Рыба-кит, папа рисует. И нарисую кроша. Несложно, просто в квадратик уменьшается. Как рисовать кроша? Нарисуем круг, большой круг, вот такой. Нарисовали круг. Теперь нарисуем, что нарисуем? Теперь глаза, наверное, нарисуем сразу. Здесь можно разделить на рожицу его. Вот такая вот у него рожица. Здесь у него два зуба. А здесь идет сюда улыбочка. А от улыбочки можно нарисовать носик и два глаза. Один побольше, другой поменьше. Веселый, веселый крош. Бровки. И эти как уши. Уши надо нарисовать хорошо, чтобы они влезли хорошо. Вот одно сюда у меня будет влезать вот так вот. Вот так, а второе вот сюда. И легко очень рисовать. Конечно же, крош. Вообще всех смешариков легко рисовать. Мы вот с Катей рисовали, конечно же, легко. Если она приедет, я попрошу ее еще нарисовать смешарик, потому что это весело, интересно. И просто. И потому что мне еще нравятся смешарики. Потому что мне русские мультики, которые выходят в России, не все нравятся. Совершенно не все. Я не одобряю, например, Лунтика, еще кого-то, да. Но, к примеру, смешариков я люблю. Особенно первых, потому что мне они нравятся. Таких смешариков. И, конечно же, он у меня будет голубой. Берем и красим. Рисую я на такой тонированной бумаге и масляной пастелью. Для детей можно рисовать очень легко. Так, так. Что-нибудь придумаем в ближайшее время и с Ваней, потому что он сейчас в ближайшее время приедет. Катя приедет, я попрошу, может быть, тоже она поучаствует в трансляции. Ей нравится в трансляции участвовать. Я так пока рисую, разговариваю про себя, про какие-то планы. Ей нравится, Кате нравится в трансляции участвовать. Если ругаться, особенно дети не будут на нее, и у нее будет хорошее настроение, то она обязательно поучаствует и придет на трансляцию. Ну, конечно, я объявлю ее заранее, эту трансляцию, там, за денек, может быть, если успею. Тогда Катя тоже присутствует в прямом эфире. Ей, конечно, нравится. Ей нравится, когда отвечают. Она любит это дело вести. Как дела рассказывать. Как у нее какие телефоны мобильные. Что у нее в школе произошло. Вот это ей нравится. Я так немножко стесняюсь. А она очень даже хорошо проводит время. И не стесняется. Смешарик. Крош. А здесь я нарисую траву, как обычно. Все ребята у меня получились в траве. Все, кого я сегодня нарисовал. И, наверное, через денек у меня положу осмотр своих рисунков, как получилось. Ладно, смешарик такой классный получился. Закрываю. Это закрываю. Смотрим. Нарисую бабочку Шона или божью коровку. Нарисую.